Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Димка и Юрка. Мы находимся в GTA 5. Это шоу «Битва автоугонщиков». Здорово. Итак, ребят, сегодня мы прибыли в Палета Бэй, чтобы здесь друг от друга спрятать по 4 тачки. Потом мы их найдем, почитаем их цены и проведем 2 испытания. Вы как, готовы? Будем делать грязь, Вася! Погнали! Итак, дорогие друзья, первую машину я поставил вот сюда, в новое место. И это у нас Феррари Энза. Вторую машину, друзья, я сделал как тролль нычка. В общем, посмотрите на эту парковку. Эта парковка вся забита ботовскими тачками. Все ботовские желтые машины. А сзади, за этим забором у нас стоит Bugatti Veyron. Третью машину я поставил внутрь этого разбитого контейнера. И это, друзья, у нас Apollo. И, наконец-то, последняя тачка, друзья. Это у нас тролль-тачка. В общем, это Bugatti Chiron. Поставил я ее прямо на дороге и сделал, друзья, клон самого себя. В общем, это сделано для того, чтобы Дима или Юра подумали, что это реальный я и что я забрал эту Bugatti. Вообще, посмотрим, что получится из этого, потому что, как по мне, это реально прикольный способ отвлечь внимание от тачки. Ну что, в принципе, все машины мы поставили, поэтому полетели искать тачки Димки и Юрки. Итак, дорогие друзья, все машины мы спрятали, поэтому, парни, хватайте байки. Какая же ты жопа, а? Хватай слона за холод. На тебе. Все, я поехал, пошел нахрен. Ничего ты не ударил, все, я поехал, короче. Все, ребят, время пошло, полетели искать тачки. Так, окей. Ребят, что у вас по машинам, рассказывайте. Давайте цвет. Какой цвет, скажите, у вас? Красный. Красный? Я дальтоник. Бывает. Бывает. Окей, ребят, на самом деле машины сегодня я поставил Машины я поставил очень быстрые. Вот. А что это? Что там? Ванёк, ты что, расплодился? Да это я там сижу. Что ты молчишь? Я не понял. Что ты не понял? Это бот твой сидит явно, потому что он не двигается ни хера, он тупо. Это, видимо, залагал сервак, это я там сижу. Надеюсь, сегодня я найду как можно больше машин. О, я Ферыч нашел, пацаны. Ферыч нашел? Да, желтый. О, что-то нашел зелененькое. Зелененькое есть. Это что? Это что такое? Подожди, какие тачки ты прятал? Я? Я зеленый прятал. Ага. Я красный прятал. Ты не понял. Что ты не понял там? Так, ребят, первая машина есть. Это какая-то гоночная, прям какой-то гоночный болид. Это какой-то РВБ вроде были. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я просто грузовик через легковушку проехал насквозь. Да? Я, конечно, все понимаю, только не могу понять одного. Что ты не можешь понять? Какого хера, если ты прятал желтые тачки? Ну. Стоит Bugatti? Да это может быть залагал сервак. Может быть, я типа так и отображается, что я сижу там, на самом деле там не сижу. Я пытался до последнего крутить из себя дурачка. Я сразу понял, что это тупой развод, но я не нашел машину. Ладно, окей, Дима. Спустя 2,5 минуты Димка догадался, что это мой бот. Да я потом уже понял, когда я начал смотреть по цветам, кто что прятал. Я потом понял, что ты... Ой, ладно. Ну, я всегда пытаюсь что-то мутить интересненькое. Окей, ребят, прошло 2,5 минуты, пока у меня одна машина. Как у вас дела, скажите вообще? Вообще ни хера нет. Ничего? Вообще ноль. Я 2 тачки уже нашел. У тебя 2? Да. У Юры по нулям? Я вообще ни хера не вижу. Что-то странно творится. Ну, на самом деле, я нашел всего... Да, очень странная серия сегодня, Дима, здорово. Очень странная серия. Димка, где твои машины? Чего? А. Чего? В смысле? Да, короче, я скопировал Chiron, а тот не стал удалять, чтобы ты немного времени потерял на него. Поэтому, если ты я не успел... Скопировал Chiron? Так я сейчас скопирую себе, заберу его. Алло, Васечки, что вы там творите? Алло, слышите? Копировать-то нельзя, алло. А что, я иначе не мог не вас? Блин, ребят, у меня всего одна машина, мне это не нравится. Скажите мне, где машины? Я всего одну нашел. Здорово. Все в округе. Всего одна машина у меня, что за бред, алло. У меня 2 только, я хочу 4.
Ну, две, так это, конечно, это лучше, чем одна, согласен? Давайте так, сколько вы нашли машин? Две. Что-то я нашел. Я одну нашел. Что-то я нашел. Это что-то... Подождите, ну я, конечно, понимаю, но кто-то поставил Альфьери в мусорный бак, скажите мне, пожалуйста. Зеленый? Да, зеленый Альфьери внутри а мусорного бака. А да там морда вылезала у Альфиери. Да он задрал этот синхрон. Просто сколько моих тачек из таких нычек просто нахуй из-за того, что она падла торчит у кого-то другого. Ну, бред. Но есть такое, есть такое. Не, ну я бы не нашел эту машину. Мне кажется, вообще невозможно было бы найти там такое место. Один стандартный и этот, второй нет. Так, ребят, у меня две тачки, две зеленые. А нашли три мои, две зеленые, пока ни одной. Какой? Красный. Ну, красный, да иди ты нахер, тупой. Знаешь, что это означает? Знаешь, что это означает? То, что тот, кто протал красный, у него все меньше и меньше шансов найти еще тачки. Нашел красную. Нашел просто на изи. Просто издалека случайно заметил Шелби Кобру. Вот просто случайно. Ребят, ну хорошо. И на самом деле время-то прошло уже 7,5 минут. Вот, а тем временем получается, что... 7,5 прошло. Я тебе говорю... Просто так получилось, что мы потратили дофига время вот под самое начало поисков. Ничего не нашли вообще. Че за второй? Три машины есть у меня. 7:40 уже прошло, и ребята полетели искать последнюю машинку, и все, я буду просто на мази, понимаете? Просто последнюю тачку. Так, здесь что-нибудь есть? Ничего нету. Так, надеюсь, сейчас я вот на изи найду последнюю тачку, и все. Я вообще не понимаю, где машина, алло. А у тебя сколько машин, Юра? Одна. Тебя одна? Всего одна? Чё? Так у меня только время началось, у меня такое чувство, когда прошло минут 3-4 от сил. Попахивает скутером, да? Да вообще как бы насрать, конечно. Ну, прозрачно. Ну где тачки-то, алло? Попахивает скутером. Что за прикол? Так. Я еще, в принципе, здесь не все исследовал, в этих вот местах. И вот там вот еще не все исследовал. Ребят, если вдруг я какие-то машины пропускаю, то в тайм-код пишите, чтобы я понял, то, что я слепой или не слепой. Но желтые, ребят, это мои машины, поэтому желтые я забрать не мог сегодня. Ох, да. Все эти напишут. Ну это да. Так, здесь ничего. А, я знаю одну нычку. Любимая нычка одного из вас, но здесь нет, здесь ничего нет. Да чё вам надо, мусор? Юра там пока развлекается с копами, да? О, хорошо, все, последнюю красную нашел. Да в смысле, где тачки все, алё? Просто, а чё, Юра сегодня у нас по ретро-карам, да, ходил? Нормально. Окей, ребят, прошло 9 минут. 9 прошло, и получилась такая ситуация, что... Я 4 нашел, то есть я последнюю везу. У Юры одна тачка. Одна чё тачка у Юры. А у Димки две, да? Да, у меня две. Две. Просто такое вообще было когда-нибудь, чтобы Юра всего одну нашел? Я помню, что было такое, бывало, чтобы... Но... Осталось 30 секунд. Я помню я уже, такое, как бы, что... Я все проехал, все, что можно проехать. Я помню, блядь, такое было, что Димка вообще ничего не находил. Но чтобы Юра... Фиг его знает. Окей, ребят, все, я привез сколько последнюю машину. 20 секунд. Я успеваю. Что-то нашел? Да. Что-то нашел. А перцу? Зеленую? Нет, красную. А, красная Димкина, да? А, да. Во, нифига. Спасение мое. Нормально. Окей, ребят, в принципе, да, по две машины Дима с Юрой нашли. Я нашел 4. Его покажем машины, которые мы не нашли. Итак, ребят, собственно говоря, добро пожаловать даже в контейнер. Даже в глаза он не бросился. Но он прикольный, потому что он, короче, он ржавый. Понимаешь, да? Да, он ржавый. И поставил его так, что как бы он прям вообще идеально здесь стоит. Так, го, покажите машины, которые мы не нашли, давай. Да ну нет, нафиг я. Да нет, я здесь просто не проехал. А вот там я поставил. А я здесь проехал. Здесь стояла моя тачка. Я здесь проехал. Я здесь проехал прям просто. Не, прикольное место. Я один раз смотрел на это место, думал, блин. Там просто машина. У меня даже бампер торчит. Да, да, полбампера вылезает. А как я мимо проехал, не обратил внимания, что за бред? Офигеть, офигеть. Так. У меня такое ощущение, что когда вы далеко, по одному смотрится, а когда мы все рядом, по-другому. Потому что я уже какой ряд снимаю автоугон, и я вот замечаю, что какие-то нюансы потом видны. Ну, да, есть вот, такое, что немножко по-другому. Поэтому нужно... По-другому. Объекты нужно по-другому ставить, как побольше. Так, Юра, покажи машину, которую твои мы не нашли здесь. На самом деле, довольно-таки жесткая нычка. Да, ну... Да, не, а подожди.
Подожди. Регера. А здесь Регера. А, ну я здесь, подожди, я вроде проезжал. Ну, жесткая нычка. А как я, блин, даже внимания не обратил, алло. Офигеть, так все, лишь еще одна машина есть у тебя? Да ну, это мое место, я здесь обычно всегда проверяю, потому что как-то раз показал это место вам, думал, блин, как-нибудь распоставить, и в итоге сегодня тупо не проверил, обидно. Ясно, ребята, в принципе, 5-4 машины нашел, поэтому у меня как бы все в порядке, полетели, почитаем их цены. Ну что, ребята, в принципе, мы подсчитали цены автомобилей, давай говори, Димка, что получилось у тебя? Да у меня все две одинаковые практически тачки, одна 3, другая 2700, и так. В итоге 376 миллионов рублей. 376, not bad, что у тебя, Юра? Сейчас посчитаю заново. Я потому что посчитал и, короче, закрыл все это. Молодец, молодец. Типа я довольный и что, нормально. Короче, у меня 349 миллионов 800 тысяч. Ребят, у меня 450, но разрыв всего лишь, ну, короче, не очень большой, хотя машин у меня в два раза больше, понимаете? Странно, странно, ясно. Вы, получается, нашли очень дорогие тачки, с чем вас и поздравляю, полетели на первое испытание. Так, ну что, ребята, вот мы и прибыли на прыжок с трамплина, погнали. Ну, у вас, конечно... Чьи тачки у Юры? Пушки. Кубы 100%. Пушки. У меня фиг его знает. У Димки... Нет, у тебя Бугатти тоже разгоняет 530. У меня нет. Все, хорошо. Я уперся. Вы поехали вдвоем. Я уперся. Все. Все, все. Просто да ну нафиг. У меня выбор, в принципе, был небольшой. У меня чисто ретро-кары. Че? Че там? Где ты? Че? Я твою оперту. Че? Че там? Че пьян? Иди домой. Дима перелетел тебе? Нет, я... Да, короче, я последний. Охренеть, я трехочковый забил, пацаны, сейчас посмотрите. А, в корзину-то? Не, смотрите. А где это есть? Ко мне летите. Так, ну я первый, да? Я, короче, только что, прикинь, со всей дури вот сюда залетел так. Нормально. А кто был первый? Ты, да, Юра? Я дальше, да. Окей, ну в принципе, да, мой гоночный болид не едет максимальную скорость, это очень обидно, но ребята полетели на последнее испытание. Так, ну что, ребята, прибыли мы на испытание под названием Дерби. И давай, Дима, отчет. Играем мы до трех побед. Ой, до двух побед. Двух. Так, что у него Энза, да? Да, у него Энза. Иди нафиг, не трогай меня. Пошел ты, Дима. Обдурил. Ах ты, твою за ногу! Обдурил меня у нас, да? Окей. Kiss my ass, чувак. Ладно, поехали. У Юры плюс балл. Ну, как бы плюс очко. Очко? Ну, как бы у меня одно есть, да. Ну вот одно ты и заработал. А так у тебя было. Ем да. Твою мать! Да. Окей. Получается, мы сейчас с Димой сражаемся за... Так, окей. Ясно. У вас с Димой по одному очку. Готовы? Поехали. Ну, странно было бы, если бы было второе очко. Ну, сейчас у кого-то будет второе очко. Чего? Смотри, он сзади уже. Обернись ты! Василий! Обернитесь! Да чего меня так занесло-то, Вася? Ой, ёпа-мать, что происходит-то вообще? Ладно, текаем. Думал поймать? Чуть-чуть не успел там тебе в борт дать. На, Яра. Мне кажется, ты сейчас как пробка вылетишь. Мне кажется, нет. Долбись. Рыбка большая и маленькая, да? Юра. Офигеть, на самом деле Бугатти реально отлетает жестко. В таких вот моментах. Ну, Юра. Хорош. Ну чё, давай, во. Да надоел. Во. Да ёб твою мать, да как выруливать-то успеваешь? Короче, мы тут с Юрой устроили, блин, гоночки. Нет, это мой ш... Да! Ты это видел? Ты это видел? Это что сейчас было? Так, ладно. Окей, у нас ничья. Ребят, ничья, это означает, что последний бал, погнали. Давай. Погнали. Пошёл ты. Твою мать. Да пошли вы нафиг, с двух сторон зажали, вот и шаки. Че? Да ну! Да ну! Короче, Юрка победила, ясно, окей. Ясно, ребят, такая сегодня получилась серия, очень даже прикольная, интересная, забавная. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Всем удачи и всем покедова. Бай-бай.